Всем привет! С вами Balcony TV Санкт-Петербург. Меня по-прежнему зовут Аня. А у нас в гостях Radical Beats и Эми Питерс. Привет! Как ситуация вообще? Все хорошо? Всем вы довольны? Да? Все хорошо? Вам тепло? Тепло. Что вы споете нам? Новую совершенно песню. Премьера на балконе. Как называется песня? Этот день. Этот день. Слушаем. Запомним этот день как самый лучший и заполним календарь, как захотим. Пусть будет этот день длиннее долгих лет. Запомним этот день, другого у нас нет. Праздник ВДВ, а следом Йом-Кипур и миллион друзей. А может в этот день у нас родился сын, а может дождь пошла без помощи твоей. Этим утром я проснулся очень рано-рано. В голове будто бы миллионы барабанов. Кто я и откуда, как же задолбало каждый день начинать с этого вопроса. И вдобавок в Петербурге день и ночь отличаются очень мало. 5 минут еще, мне лучшие друзья, подушка с одеялом. А потом будто бы в космос без скафандра, обдавая перегаром проходящих мимо космонавтов. Так каждый день, вчера, сегодня, завтра, послезавтра. Неужели это навсегда? Но летящую походкой внезапно словно из мая. Ты откуда-то взялась, откуда даже не знаю. Знаю только, что-то странное стало твориться с нами. Как в пьезокристаллах вдруг побежала искра. Если бы в тот момент рвануло, то вряд ли бы кому-то показалось мало. Всех бы тут как надо тряхануло. Но мы за мирные атомы, все эти киловатты помогли нам сделать так, чтобы скорее настало утро. Спасибо большое. Спасибо. Отличное жизнерадостное выступление Radical Beats и Эми Питерс у нас на балконе только что было. А, как вам? Самим понравилось играть у нас? Очень понравилось. Если второй раз позовете, будем рады, если вообще это в регламенте. Мы сами будем очень рады. Конечно, с удовольствием. Ого. Отлично, спасибо большое. Расскажите, какие у вас планы на зиму, которая скоро уже наступит? А вот то ли работать, то ли отдыхать. Не можете решить? Да, интересно. Ролик выйдет как раз, я думаю, где-нибудь к весне, мы сможем сверить, да, что у вас получилось, какие планы воплотились.
Спасибо большое, ребят, еще раз, что пришли. Спасибо большое, Аделя Три Моста, за то, что мы неизменно здесь имеем возможность записывать такие удивительные выступления. Спасибо большое Севе Гакелю за предоставленную шинель из гардероба. Видите, какой праздничный лук у нас тут у всех, в общем-то. Скоро снова увидимся. Спасибо, что остаетесь с нами. Пока-пока. Back in ETV.